Благодарю. О. Ну что такое? Будьте добры. Спасибо. Вениамин Маркович. Добрый вечер. Поздравляю. Спасибо, сердечно вам благодарен. Ох, какой красавец. Привет, привет. Выросли дети. Да. Проходите, прошу вас. Прошу вас. Спасибо. Угощайтесь. Ножкин, агрохолдинг, 300 миллионов. Ну, чем не жених для Настены, а? Если она этого отошьет, я не знаю. Кстати, где она? А она, наверное, с моей дочкой. Девчонки, сами знаете, все вертится возле зеркала. Вениамин Маркович, я хотел поговорить с вами об инвестициях в мой банк. Это может быть очень выгодное вашей... Матильда, будьте добры. Хорошо, я потороплю Настю. Но я вас умоляю, девочке сегодня 25. Не омрачайте праздник сватовством. Вы же знаете ее реакцию. Тебе послушать, так я лох поганый, а не дед родной. Я просто хочу удачно выдать внучку замуж. Где она еще таких женихов найдет с таким баблом? Это что, противозаконно? Сдохну, ведь никто не позаботится, у нас никого нет. Мое дело предупредить, чтобы скандала не вышло, как в прошлый раз. А, не каркай. Добрый день. Проходите, пожалуйста, прошу вас. Вениамин Маркович, я по поводу инвестиций. Коль, отлынь на лапоть, а? И так голова пухнет. Дай хоть день рождения внучки забить на этот бизнес. Настя еще не выходила. Настена, это я. Можно войти? Настенька! Открывайте. Настя! Настя! Досватался. Понял, проверяю периметр. Это же твой юбилей, там гостей столько. Нас твой дед убьет. Ксюшка, без паники. Давай за руль. Убьет, точно убьет. Настя. Здравствуйте, Николай Михайлович, задержка моя. Ничего страшного, проходите. Никите привет, передавайте. Обязательно. Подрастает опора у людей, сыновья. Да. Ну, а твой раздолбай опять что-нибудь натворил? Так, как обычно, из клубов не вытащишь. А вот вам с внучкой повезло, Вениамин Маркович. Отличница, с отличием Оксфорд, на работу рвется. Не то, что мой. Значит, Никита так за ум и не взялся. Он же у тебя экономист по образованию. Он оболтус по призванию. Ему бы только на тусовках зависать, да картинки малевать. А вот ваша Настя – другое дело. Да, Настя молодец, серьезная, ответственная, вся в меня. Ну и где моя внучка? Я бы тоже хотела это знать. Настя, ну, может, вернемся, пока не поздно? Но мы же твоего деда перед целой толпой гостей идиотом сделали. Именина без именинницы. Он же теперь меня за соучастие в асфальт закатает. Тоже мне нашла мафиози. Ну, может, не мафиози. Но только если честно тебе признаться, в 90-е твой дед так бизнес делал, что до сих пор про него легенды ходят. Да?
Ну что на тебя нашло? Ну подумаешь, пригласил пару миллионеров-женихов. Первый раз, что ли? Мне бы твои проблемы. Ксюш, мне 25 лет, а у меня нет личной жизни. И почему? Потому что при мне всегда охрана. Это вообще чудо, что я от них сегодня сбежала. Но ведь жалко мальчиков, уволят ведь. Ну и пусть, надоели. Мне 25, а я даже на работу устроиться не могу. И знаешь почему? Потому что еще до собеседования на фирму звонит мой влиятельный дед. И они мне отказывают. Ну не драматизируй ты так. Не драматизируй. Деда все боятся. И ты тоже, и Никита. Я уверена, что он из-за этого ко мне не приехал на день рождения. Я его столько раз приглашала. Между прочим, Никита единственный, с кем мне приятно общаться. Не с этими миллионерами, друзьями деда, а с Никитой. Мне кажется, ты идеализируешь Никиту. Это ты недооцениваешь моего деда. Настя, я 100 раз тебе уже говорила, что мой брат легкомысленный бабник. Угу. Он к тебе на день рождения не поехал только потому, что у него в любимом клубе какая-то новая тусовка. А потом замаячила, может быть, какая-нибудь длинноногая модель. Угу. Да я вообще думаю, что он даже не догадывается о том, что он тебе так дорог. Конечно, не догадывается. Попробуй подойти к девушке, рядом с которой постоянно 2 амбала. Ну ничего, мы сегодня это исправим. Ну как я тебе? Ты же сама говорила, Никите нравятся клубные девчонки. Настя, я не хочу тебя расстраивать. Что, плохо? Да нет. Ну просто во что тебе не наряди, для Никиты ты всегда будешь подругой младшей сестры и внучкой Еремина. Мой дед хотел зятя, он его получит. Привет. С днем рождения. Спасибо. Садитесь. А вы чего здесь? Где твоя охрана? Чего вы в таком виде? Нравится? Ну, нормально, только как-то непривычно. Так вы зачем? Ты же не любишь клубы. Никит, я люблю тебя. Что? Я тебя люблю. А, я тоже тебя люблю. Ты же для меня как сестра. Я не твоя сестра. Настя, ты серьезно? Да. Не, Настя. Понимаешь, мы разные с тобой. Только не обижайся на меня, пожалуйста. Ты не в моем вкусе. Да и потом, мне проблемы с дедом реально не нужны. Никита, это кто? Да так, никто. Девушка, осторожно. Куда лезешь? С ума сошла! Боже мой! Какая же я дура! Это я заметил. Вот так же на дороге валяться хочешь, размазанная по асфальту, как этот телефон? Нет, не хочу. А ну-ка, пойдем со мной. А как же телефон? Ему уже ничем не поможешь. А вот тебе надо успокоиться. Рассказывай, что произошло? Вам-то что? Оставьте меня, пожалуйста. Лучше заболею и умру, как этот телефон. Пойдем со мной. Знаешь что? Пойдем домой. Ты здесь живешь? Можно и так сказать.
Держи, вот полотенце и рубашка. Душ там. А зачем душ? Чтобы воспаление легких не схватило. Ты же вся мокрая. Давай. Давай. А, кстати, звать-то тебя как? Настя. Степан. Маркович, я не знаю. Как не знаешь? Я из клуба выбежала, ее уже нигде нет. Куда ты выбежала? Куда ты смотрела? А, ладно, ясно, все с тобой. Так, давай сюда сейчас, налево и вдоль парка. Повнимательней, повнимательней, а мы прочешем вокруг. Будь ты здесь, вдруг она вернется. Поехали, поехали. Вик, подожди. Папа. Пап, что-то произошло? Именно это я и хотел бы узнать. Куда вы дели внучку Еремина? Пап, я правда ни при чем. Я эту придурочную не просил мне в любви признаваться. Не смей так говорить с моей подруге. Ты и так ее сегодня унизил, дальше некуда. Ты что? Ты отверг внучку Еремина? Наследницу миллиардера? Ну да, отверг. Мы, по-моему, тоже не бедствуем. Да бедствуем, сынок! Я тебе 100 раз говорил, что наш банк на грани банкротства! А Еремин это был последний шанс! Я его целый месяц обхаживал! И теперь после папа! Того, как папа! Ты унизил папа! Ее! Папа! Что, папа, скорую вызывай! Да уж, конечно, неприятно, когда твоя бывшая за другого выскакивает замуж. Прошу заметить, не просто за другого, а за твоего начальника, с которым тебе еще работать. Но согласись... Опозориться перед целым клубом – это высший пилотаж. Спасибо за ужин. Вот и дождь закончился. Может, все-таки позвонишь деду? Не. Не хочу. Не сейчас. Неужели он и вправду такой тиран? Он меня вообще не слышит. Он у нас всегда и во всем прав. Собирается меня удачно замуж выдать, потому что о будущем моем думает. Всегда знает лучше меня, как, с кем, почему и вообще зачем мне жить. Слушай, ну думать о будущем – это не такая уж и плохая привычка. А прошлое настоящего человека должно быть? Я хочу жить здесь и сейчас. А из-за его тотального контроля у меня никакой личной жизни. И это в 25 лет. В смысле, вообще никакой? Уважаю. Уважаешь? Я старомоден. Ну и лично я предпочел бы девушку, которая не скачет из постели в постель, а порядочная. Спасибо, утеш. Только я даже целоваться не умею. Неужели тебе никогда не хотелось научиться? Хотелось. Ну, не на охранниках же мне тренироваться. Хочешь, можешь потренироваться на мне. Думаешь, слабо?
Доброе утро, голубки. Здрасте. Настя. Настя. Ничего. Настя. Стёп. Нет, нет, ну... Вы что здесь делаете? С вами хочет говорить Вениамин Маркович. Доброе утро. Интересно, чем это первый встречный хахель оказался лучше женихов-миллионеров? А? Я не понял. Настя, что происходит? А, я так понимаю, это мой будущий зять. Зять? А, я понял, это розыгрыш. Да, ну конечно же, как камера скрыта должна быть где-то, да? Вот что, дружок, любишь порядочных девушек в постель затаскивать по любви и в ЗАГС ходить? Или что, моя внучка для тебя очередное развлечение? Нет. Ну и прекрасно. Совет вам и любовь. Родные вы мои. Степан и Анастасия. Я должна вас спросить, согласны ли вы? Они согласны. Дальше. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать супругу. Бред какой-то. Не то слово. Долго нам ждать. Целуйтесь уже. Это как-то не по-людски. Что это за свадьба без поцелуя? Дед, тебе не кажется, что ты и так уже перегнул палку? Целуйтесь. Марья Ивановна, вы, как всегда, были неподражаемы. Спасибо вам. Вениамин Маркович, вы же знаете, я всегда к вашим услугам. Я знаю. Пристегнитесь. Паспорт не забудь поменять. Как теперь твоя фамилия? Сорокина. О, Господи. Ну, лети, Сорока, на все четыре стороны. О, чуть главное не забыл. Мадам Сорокина, пусть теперь вас содержит ваш законный муж. Ну, поздравляю, зятек. И соболезную. Она очень дорогое удовольствие. За мной. Тиран, эгоист, нет, ты эгоцентрик. Весь мир должен вертеться вокруг тебя. А если что-то пошло не по твоему плану, ты... Что, внучка, дело мне шьешь. Ты же сама хотела свободу, ты ее получила. Ты теперь свободна и от меня, и от моих денег. Что думаешь, без тебя не проживу? Полгода не протянешь. Спорим? А, почему бы нет? Вот если ты с этим отмотаешь срок полгода... И ни о чем ни разу меня не попросишь. Я капитулирую. Я возвращаю тебе все деньги и никогда больше не буду вмешиваться в твою жизнь. Я согласна. Но если ты хоть раз о чем-нибудь меня попросишь, замуж выйдешь. Я сам выберу, за кого ты замуж выйдешь. По рукам! Тебе крупно повезло. Ты женился на внучке самого Еремина. Повезло? А можешь уточнить, в чем? Как я вообще могла с тобой связаться? Вот уж действительно первый встречный. Забавно. Прошлой ночью ты говорила другие вещи. Ты воспользовался мной. Я была пьяна и ничего не соображала. От одного бокала вина? Я хотела отомстить Никите. Отомстила? Представь себе, да? Выходит, мы квиты. Ты тоже для меня была девушкой на одну ночь. Ты знаешь, кто ты после этого? Знаю. Твой законный муж, по крайней мере, по документам.
Короче, я уже опаздываю. Давай определяться, что нам делать дальше. Нам? Да нет никаких нас. У тебя своя дорога, у меня своя. Куда ты без денег пойдешь-то, ненормальная? Тебя забыла спросить. Я и без тебя, и без деда прекрасно проживу эти полгода. Извините, ваша карточка заблокирована. Не могли бы вы расплатиться наличными или другой картой? Но у меня нет с собой ни наличных, ни другой карты. Проверьте, пожалуйста, еще раз эту. Она вчера прекрасно работала. Девушка, я уже 3 раза проверял. Как вариант, позвоните своим знакомым, пусть расплатится за вас. У меня нет с собой телефона, а номера я наизусть не помню. Простите, но это уже не наши проблемы. Либо платите, либо я вызываю полицию. Что? Да я вам что, воровка, что ли? Я, между прочим... журналистка из ресторанного расследования. А у вас вот тут вот... У вас вот тут вот вилка грязная. Девушка, знаете, сколько у нас тут за день таких вот зайцев-репортеров проходит? Платите. Все, я вызываю полицию. Не надо полиции. Я расплачусь. Это моя подопечная. У нее с головой проблема. Сбежала. Это многое объясняет. Это у кого еще с головой проблема? Ничего себе, у нас аппетиты. Сдачи не надо. Благодарю. Приходите еще. Нет уж, спасибо. Мы сыты вами по горло. Пойдем. Что за удостоверение ты ему показал? Проездной на метро. Спасибо, конечно, но я и сама прекрасно справилась. Да-да, я заметил. И что будем делать дальше? Предлагаю вернуться в квартиру и там спокойно обсудить нашу дальнейшую супружескую жизнь. Ну, вернее, развод. Неплохая идея. Мне тоже нравится. Тогда жди здесь, я машину поймаю. Я думал, что смогу отдать этот займ вовремя, но у меня не получилось. На прошлой неделе меня уже поставили на счетчик. Пап, не сгущай краски. Какой счетчик? Сейчас не 90. Сынок, я боюсь, ты не осознаешь до конца всю серьезность этой ситуации. Я занял у очень, так сказать, непростых людей, потому что во всех банках мне отказали. И сейчас, чтобы спастись от банкротства, нам нужно... Разве что чудо. Хотя... Что хотя? Если бы ты, например, женился на внучке Еремина, это бы разом решило все наши проблемы. Еремин бы пап! Не позволил, чтобы хватит! Родня обанкротилась. Хватит нести этот бред, пап. Ты просто придумал это, чтобы затащить меня работать в банк. Нет, пап, я тебе объясняю еще раз. Экономика это не мое. Знаю, знаю. Твое призвание это малевание картин. Но к твоему сведению, сын, теперь ты этими картинами будешь зарабатывать себе на жизнь. Я урезаю тебе лимит по карте в 10 раз. Пора учиться экономить. Мы практически банкроты. Так что либо ты женишься на Ереминой и дальше живешь в шоколаде, либо готовь мольберт. Будешь зарабатывать на жизнь, рисуя шаржи в переходах. Нет, к деду я однозначно не вернусь. Найду работу, сниму какую-нибудь квартирку. Знаешь, сколько стоит аренда однушки в Москве? Ну?
В среднем 30-ка. Не так уж и много. Только учти, что за папа начинающего журналиста тоже в среднем 30-ка. Правда? Подожди, а жить на что? Хороший вопрос. Слушай, может, ты у подруги какой-нибудь поживешь? У меня одна подруга, Ксюша. Но она сестра того самого Никиты, который меня опозорил. Жить с этим человеком, как ты понимаешь, я не смогу. Родня. Родни, к сожалению, у меня нет. Прости. Может, я у тебя какое-то время поживу? Я могу тебе помогать. Ой, ой, сейчас. Секунду. Убираться. Готовить, наверное. Ты кого-нибудь раньше это делала? Нет. Но я быстро учусь. Выходит, деваться тебе некуда. Так. У меня есть для тебя взаимовыгодное деловое предложение. Я вся внимание. Веня, поговорил бы ты с ней? Поговорил. Вот вернется домой, поговорил. Редиска. Вень, ну какая редиска? Что сразу Вень, Вень? Сама запретила выражаться. Вот я и заменяю. А если не вернется? Не говори ерунды. Что ты Настю не знаешь? Она без бабла суток не протянет. Прибежит, как миленькая. Не звонила она? Нет. Дети, внуки, правнуки. Никакой благодарности. Никакой. Ну, а что ты хотел? Ты же ей дышать свободно не давал. Каждый шаг контролировал. Что, разве это плохо? Нет, в бизнесе очень хорошо. А вот в семье... Ладно, перестань. Вечно ты на ее стороне. Настя, 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 позови мне охрану. Поезжайте туда, где Настя была. Ну, тот дом, помнишь? Понаблюдайте там, около подъезда. Аккуратненько так. Только никому ни слова, понял? Так точно, шеф. Давай. Свобода свободой. А безопасность надежней. Привет. Как папа? Лучше, спит. Слушай, а он тоже тебе лимит по карточке установил? Нет. И отдай это мое! Вредно, много есть. Как там твоя подруга? Слышно что-нибудь? Телефон недоступен. Ну и пожалуйста, больно надо. Если она думает, что я тут только о ней думаю, она очень ошибается. Тоже мне подруга. Настя, Настя, у тебя все в порядке? А, извините. Хорошо сейчас. Это тебя. Кто? Да, я слушаю. Что, простите? Какой еще график погашения долга? Послушайте, это дела отца. А он сейчас болен. Позвоните, когда он... Что-то я не очень понял. Зачем мне проверять тормоза в своей машине?
фигня какая-то. Дай свою карту. Вон. То есть ты предлагаешь мне работу любящей жены? Разумеется, фиктивной, потому что... Прошлая ночь была большой обоюдной глупостью. Да. И моя задача — изображать на людях безмерную любовь к тебе, особенно когда в радиусе появляется твоя бывшая, так? Именно. Со своей стороны, я обязуюсь обеспечить тебя материально. Угу. Через полгода ты выигрываешь пари, забираешь свои деньги, и мы благополучно разводимся. Ты знаешь, мне нравится эта идея. А ты разрешишь мне работать? Хоть в две смены. У нас небольшой семейный бюджет. Ну-ну. По рукам? Пойдем собираться. Куда? В аэропорт. Зачем? Домой полетим. А я разве не сказал тебе, что живу в Сибири? Так, какая Сибирь? А это квартира? Эта квартира принадлежит моему двоюродному брату Семену. Он сейчас в отпуске за границей. Подожди. Это что ж получается-то? Что, я замуж за декабриста вышла? Ну, можно и так сказать. Придумал эти каблуки. Стоп! Давай возьмем такси. Прости, дорогая, но твой сегодняшний завтрак сильно подорвал наш семейный бюджет. Придется наслаждаться поездкой в метро. Твой муж ведь не миллионер. Жаль. Мне тоже. Это я уже заметила. Будьте здоровы. Хочешь, можем и станем поменяться? Спасибо. Ну, меня вполне устраивает мое законное место. Как скажешь. Жена. Это какая-то неправильная Сибирь. Почему здесь так жарко? А ты ожидала увидеть здесь сугробы и медведей? Ну уж точно не такую жару. Если ты уже соскучилась по Москве, можем купить тебе обратный билет. Не дождешься. Тебе еще со мной полгода срок мотать. Я рад, что ты настроена столь оптимистично. Слушай, я придумала. Буду рассматривать эту поездку как журналистскую командировку. Напишу цикл статей «Сибирь глазами москвички». Товарищи, ну можно пошустрее? Я надеюсь, в городе, где ты живешь, люди поприличнее? Я не говорил тебе, что живу в городе. Что? Что, аэропорт, Москва, дом? Есть места там?
банку палочкой. Ну, брысь отсюда! Что это такое было? Сегодня же праздник Ивана Купала. А я разве не сказал тебе? Ну ладно, я-то здесь при чем? Дорогой, скажи честно, о чем еще ты меня забыл предупредить, а? Все, брейк. Слушай, просто день только начался, уже столько приятных впечатлений радостно. Сможешь в очерке описать все. Вот мы и дома. Ты серьезно? Вполне. Тут хоть интернет-то есть? Поищем. Может, меня в гостиницу поселить? Может, и лучше. Только ближайшая гостиница в часе езды отсюда. Лишних денег у меня нет. Но выбирать все равно тебе. Ты всегда можешь позвонить деду. Ну уж нет. Вполне симпатичный домик. Мы прекрасно здесь с тобой заживем. Ну что ты стоишь? Пошли. Не особняк, конечно. Здесь очень мило. Обувь можно оставить здесь. С удовольствием. Здесь комната бабушки, здесь гостиная. Угу. Наверху комната родителей и брата, еще есть сестра, но она в городе у мужа живет. Потом познакомишься с ней. Кухня тоже здесь. Захочешь что-нибудь приготовить, вторая конфорка не работает. А я не умею готовить. Научишься. Так он дольше хранится. Говорят, дышит. Кто дышит? Лук? Лук. Пойдем покажу нашу комнату. А она где? Там. Пошли. Пошли. А здесь довольно уютно. Рад, что тебе понравилось. Ты будешь спать на кровати. Я возьму спальный мешок у брата. Сейчас на пару часов уйти мне нужно будет, на работу заехать. Там дела кое-какие. Заодно куплю тебе одежду. Просьба к тебе. Пожалуйста, не выходи из дома. Я хочу сам родителям все рассказать. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а Настя не появилась? А вы не знаете, где я могу ее найти? Хорошо. Понятно. Что ничего не понятно. Господи, куда же она запропастилась-то? Чего такой? Да, с тормозами проблема. Тоже мне новость. Дура, я про машину. Сам дурак. Ксюша, такое дело, мне нужно с твоей подругой поговорить. Не тебе одному. В смысле, она что, еще не объявилась? Mm-mm. А Еремина звонила? Чтобы он опять на меня накричал? Нет уж, спасибо. Телефон дай. Тихо. Да, спроси. Спроси, вдруг она уже труп. Марк Вениаминович, то есть Вениамин Маркович, это Ксюша. А,
где Настя? Я волнуюсь, она трубку не берет. Что? Где? Че? Она вышла замуж. Мой муж красавчик. И полицейский? Участковый, если быть совсем точным. А я тебе разве не говорил? Похоже, ты мне много чего о себе не говорил. Отказалась от московских миллионеров, чтобы выйти замуж за сибирского полицейского. Участкового. Господи, лучше бы мне проснуться. Thank you.